Сегодня физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивную площадку в Артеме, на которой проводятся соревнования по настольному теннису в рамках международных соревнований «Дети Азии», посетили губернатор Приморского края Олег Кожемяка и помощник президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам развития спорта Игорь Левитин. Игорь Евгеньевич давно и серьезно увлекается теннисом, и, безусловно, цель и его, и губернатора края визита – посмотреть, как проводятся соревнования. Впрочем, замечаний, а тем более нареканий в организации игр в Артеме не было. Мы же не занимаемся здесь какой-то показухой, мы действительно организовали процесс этот, мне кажется, на достаточно высоком уровне. Не было у них и времени для того, чтобы обсудить возможно возникшие вопросы. Но помощник президента обещал еще раз посетить наш город. Сейчас он интересовался спортивной инфраструктурой нашего города, и мы в том числе составим с ним разговор, поговорим о проблемах в этой сфере и, может быть, чем-то нам помогут еще. Посмотрим. О результатах пока говорить рано. Все только началось. 3 дня будут продолжаться в Артеме международные соревнования «Дети Азии» по настольному теннису. А затем 3 дня по бадминтону. У нас есть уникальная возможность посмотреть на игру мастеров этих видов спорта высочайшего уровня. Может быть, проснется интерес у артемовских девчонок и мальчишек к этим видам спорта. Александр Наточев, Денис Наддельный, Светлана Нури, «Городские новости», Артемовский телеканал «Лента».